За пеленой житейских наслоений, за суетой мелькающих минут, за сменой всех наших настроений, есть главное на свете – это труд. Жители села Тарасиха Семеновского района обязаны бригантине, так называется школьная трудовая бригада, за высаженные цветы около администрации, убранный с улиц мусор. Сами для себя они привели в порядок школьный двор. Было приятно идти потом смотреть, то, что мы это сделали. Прохожие нас благодарили за то, что мы это все убирали. Как бы работаешь, конечно, для себя, как бы очищаешь станцию Тарасиху, и плюс еще заработаешь какие-то деньги. За свои старания во время школьных каникул, кроме первой зарплаты, школьники получили звание «Трудовой десант». Сестрица моя милая, а куда же ты собралась? Вон и короб собранный стоит. Так на ярмарку. Школьницы из Семенова за свой трудовой подвиг удостоились чести называться самыми мастеровитыми. Алена и Надя на лето стали экскурсоводами. Я очень много узнала нового о своем крае родном и научилась, во-первых, разговаривать с людьми, с незнакомыми и не теряться в разговорах. И те, и другие школьные трудяги стали победителями областного конкурса на лучшую трудовую подростковую бригаду. А вот информация о доходах, как у взрослых, коммерческая тайна. Можно это останется в нашем секрете. Я думаю, что вот данный опыт мне очень поможет, потому что, как говорят, что наш говор немножко отличается от нижегородского, а тут я теперь буду знать, как общаться с новыми людьми. Работодатели в таких кадрах заинтересованы. Те, кто предпочел купанию и гулянию летом работу, стараются на совесть. Посетителям было, можно сказать, даже приятно. Особенно, когда приезжали сверстники и слушали экскурсию из уст своего ровесника. Конечно, удивлялись, и взрослые удивлялись, но осыпали их словами благодарности. И для девочек это был определенный стимул расти, совершенствоваться. Этому конкурсу уже 10 лет. С каждым годом число участников растет. В этом году 26 сильнейших команд выбирали из сотни участников. География охватывает всю область. Правительством области и губернатором поддерживается это направление, важнейшее направление работы – организации временной занятости подростков. И в текущем году у нас выделено порядка 13 миллионов рублей средств областного бюджета на материальную поддержку участников бригад, что практически на 28% больше показателей прошлого года. То есть у нас увеличивается не только количество бригад, но и растут материальные затраты на это. Работать еще и за зарплату школьникам, конечно, понравилось. Они даже песню про свой трудовой подвиг сочинили. Анастасия Рябова, Ренат Бикбаев, объективно, ННТВ.